Видите, он в неудобной позиции стоит, он уже не может бить, ничего он не может делать. То есть сейчас я просто показываю не боевую работу, я показываю управление. То есть, ну, к примеру, взял меня человек под руку. Взял под руку. Как мне сделать так, чтобы его, ну, он на него воздействует, то есть вылить. Я опускаю сюда пол, беру коленочку, чуть-чуть ее сюда подтянул и затрал. Здесь у меня уже получается. Далее. Это же вариант. Можно что сделать? Я медленно буду показывать. Вот я разрываю, делаю неадекватное действие. Видите, что получается. Вон у меня полностью открыт. У него забит позвоночник, то есть я могу. Сейчас он не поймет. Хорошо. Вот это же захват. Как можно? Я медленно показываю. Уходи. Моментально. Да. Его давало брать его сюда, возиться с ними никто не будет. Это не спорт. Понятно, да? Как его конвоировать, вести вот в таком аквариуме. Все такое. И вообще вы посадите так вот, и вот так вот его можно туда тащить. Вот. Ну, я просто покажу, понимаете. Значит, что можно еще сделать? Вот я делаю шаг, рука пришла, и я его отклоняю. Далее, из этого же варианта можно делать вот такие вещи, подсечки, разговоры. То есть это все идет. Ну, тут тоже, то же самое. Вариант такой. Сейчас чисто прокатываю, потому что убиваю что-то. То есть, вот я пошел, легко, свободно. Все это делается элементарно. Вот. Не надо, здесь достаю. Видите, что получается. Это болевой. И если сейчас будет удар сюда, значит, ему не будет ноги. Не бойся. Если будет удар сюда, ноги станут. Очень хорошо. Значит, здесь можно делать все. Ну, к примеру, тот человек от вас хотел удар. Что можно сделать? Я потихоньку что делать, что не будет. Я думаю, что ты нашел любую боль, которая есть. Но это еще плохо. Раз, сделал. Один это оценил. Пас. Какой это вообще? Сразу. Все, конвой, пошел. Правильно, давай. Значит, ну такой, ну забьем. Это сейчас, почему? Это самые сейчас простые такие вот вещи, то есть.
как нашел позицию? Он все время схватил на этой руке. Вот что я делаю, смотрите. Раз, как ислам, книжку читаешь. Теперь смотрите внимательно. Эта рука провернулась, опа, и он у меня. Как контроль. Сейчас он ухватил меня. Раз, снялся, вот он меня уже. Я его могу смотреть. Я могу зарабатывать, я ему могу работать. Вали, бей, создавайте на попробую. Так можно из этих положений уходить. Где раз нашелся это положение. Я сейчас просто буду показывать. И я вам немножко покажу славу. То есть я могу уже выходить его. Это все дело совершенно свободно. Не надо там кому-то что-то доказывать. Есть. Просто взял ногу. Я сюда, вот, как от него, вот, предположим, как от него можно сейчас обойдиться. Я отсюда, опа, выше. И ручку отпустил, только шаг делал. Все, он у меня уже готов. Я его могу бить, проводить. Ну, сейчас я просто этого не буду показывать сюда. Я просто покажу. Значит, что это получается? Вот рука пошла, оп, и я его взял. Система контроля очень серьезная. Вот так я могу вообще все-таки работать. Вот так. Понятно, да? Я могу его смотреть. Я могу его видеть отсюда. Я его могу импортировать, пробивать, ломать, кидать все, что угодно. Что он за это не пишет? Я вас прошу, и помогу. То же самое делает вариант. А точнее, ребят, смотрите его. Все идентично, все простое. Я делаю включение, оп, да. Все, он у меня здесь. То ли у меня рука здесь, пошла работа, то же самое. То ли у меня рука схватил за грудки, один и тот же вариант. Он идет очень серьезно. Раз. Здесь постоянно ключи. Значит, что мне можно здесь сделать? Значит, вот я, оп, так снизу взял, все. Самые простые вещи, те, которые работают очень здорово, очень сильно. Есть, конечно, более сложные вещи. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся, ничего делать. То есть, что еще можно делать? Можно делать все, что угодно. Сзади, за плечом. В то же самое время. Я смотрите, я смещаю, и он у меня уже здесь. Куда он денется? Здесь он у меня. Получается прекрасно. Вот. Дальше. Человек, у вас решил прихватить за плечо, неадекватное движение. Смотрите, раз, как он на руке. Где он сидит? Видите, я ему пробиваю руками, сразу пробиваю. Здесь он, пробиваю. Буду управлять плечи. Вот. То есть, с этой стороны, как положим, этой рукой, что можно сделать? Можно. Можно уходить в воздух, но с рукой. Вот я уже ушел с рукой. Недостаточно шаг, и я его опускаю. Здесь у меня уже полетели будет. Там без дождь. Или я могу просто развернуть руки, и отсюда. Сделать все, что угодно. Предположим, человек вас обхватил. Обхватил вас руками, ногами. Здравствуйте, не пошли. Посмотрите внимательно на ногу. То есть нога работает. Раз, нога работает два. Видите, все, он уже не держит. Тут у нас третий принцип. И как раз. То есть я могу работать перебором, нарушать его стоечку. В этом режиме он ничего не сможет сделать, ни ударить, ничего не сможет. То есть можно обратный фактор развивать, толкать, бить, как угодно. Нож, дядя, сейчас нажму. Нож. Как это можно делать? Как его использовать? То есть вот смотрите внимательно, я медленно показываю. Что я делаю? Чуть-чуть довожу, вот. И я снимаю с носа. Кисть уже в этом ряде покажу. Практически не работает. Я отключил. Отключил этот сустав. Еще раз. То есть, тогда я это будет быстро делать. Ну, я, почему я говорю, смотрите видео, голову. То есть, что я делаю? Все то же самое. Я ушел, присел и обнял. И он уходит. Или
побежал, споткнулся, и потом не доказал. Занят. Отпечатки пальцев. На рукоять. Я покажу, слышите, секунду. Можно что делать? Можно раскладывать. И другое. Лезвие на шею раскладывать. То есть уходить. Это более тонкое, будет все равно. Уходить со стрия, разрушить и его убирать. И там различных много вариантов, много процессов. То есть я ушел, вот он у меня. Когда давить, как давить и сколько давить. Купировали. Нож на груди. Нож спереди. Что самое опасное? Опасное острие. Как его разложить? Смотрите внимательно. Раз я ушел, видите, ручку заблокировал. Оп. И он мой. Еще раз. То есть можно уходить в любую сторону, то есть я ушел сюда, разложился, я наводил оружие. Или, извините, что я делаю. Вот. Или я ухожу вот сюда, раскладываю и забираю. Дальше, руки у меня заняты. Просто стоит нож, руки заняты. Руки в карманах поймали, или у меня руки ранены. Неважно, смотрите внимательно. Я ушел. Доступно, элементарно, еще раз показываю, смотрите внимательно. То есть я нагнулся, видите, я ушел с точки с этой. И теперь возвращаю его портрет, как здравствуй. И как бы вас не брали под нож сзади? Так нет, ну пока со спина. Сзади, спину. Что надо сделать? Разложить, видите, я его разложу. Опять разложил, смотрите внимание, и вернулся. Не хватает этой руки, я продолжу. Сделал передачу. Не кидаться на него с этой рукой, потому что это свободнее. А передал вот. Это же самое. Какое фильм? Это же самое. А ну да. Значит, вот раз, ушли, ручка заблокирована и возвращается, кисть не держит, и он у меня уже здесь сидит. Сюда повыше. Ну, повыше. Вот. Как уйти из-под ножа? Можно крутиться, можно. Можно вот смотрите, видите, я разложился уже, все. Вот он у меня сидит где. Там уголочек. Что ты думаешь, будешь с детем? Вот, видите, надо ликвидировать вот этот уголочек. Уйти от него. То есть я, оп, чуть-чуть, мне маленькое движение сделал. Все, хватит, достаточно. И пошла работа. Вот еще что появилось. Вот человек вас отправляет с ножом. Что делать? Можно выбивать, можно что делать. А можно просто не боять, на нос, заходить на него. Рушить, стрелять, забивать. Просто человек поставил вас ножом. Я мирно покажу. Я беру ему на плечо себя. Опа! И нож мне дал. Сейчас сразу почти не больно. Как можно еще забрать нож? Не надо его бояться. Он видит. Вот почему? Пах, это у нас второе сердце. Он покажет. О! О, брюхо, бросаешь его? Он понимает, что это зажималка или шапка, или что это не больно будет. Но все равно у человека, у мужчины особенно, ну, вот этот вариант отдачи, он идет. Просто лежит ничего. Вот, можно что делать? Можно выбивать. То есть я ухожу с линии атаки и нос убиваю. Я не буду все это сильно убивать. То есть я просто могу развернуться и отсюда. Опа! Нож уходит. Дальше просто человек вытащил нож.
Вот есть такие ребята, психологические варианты, что я просто взял его, вот, видите, что получилось. Он не видит своего ножа. Ну, его руках он его не видел. В этот момент я у него его изымаю, забираю и... Если говорю, то не сил. Значит, теперь, это по ножу, это, ну, более-менее, я вам объясню по ножу. Короче, все, что можно, можно даже, предположим, вот, помните, я вам сейчас показал, да, говоря, вниз, возвратка, наверх, это раскрытие, это так. Вот в таком хвате, ну, порезать можно. Но вот если по башке вот этой штукой дать сюда, просто, вот это коромысло, так называемое, вот, отсюда скрываешь, все, так, здравствуй. Понятно. Можно еще уходить, и вот так. Смотря какой угол, как он убит. Я просто раз и на него. Оп, все. И теперь, ну, бабы все пробовали, да? И вот эта поддача, да, основное движение, продолжение жизни называется. И вперед. Да, откуда надо? Значит, вернемся. Есть вам нет, когда снимаешь. Держи. Че? Палец на круг. Как снимать, как снимать? Пусть пока стоит. Чтобы перемокнуть все ноги. Если я начал тренироваться, ребят, это не смешно. Это не бравада, это ничего. Это проверка бойца на психику и так далее и тому подобное. Я попался под стол. Что я делаю? Первое. Я ухожу с линии выстрела, снимаюсь. Затем возвращаюсь. И вот я его так вот повезу. Конвой. Дальше снимаю. Положите. Чего тихо? Теперь пойдете в стол. Не мог. Я вам покажу различные виды конвоя. Вы же просили конвоя? Да. Смотрите, снимал под пальцем. Вы, блин, я что-то применил, силу какую-то применил. Еще. А! Раз. А! Отсюда. А! И дергался. Так далее, тому подобное. Все понятно? Прихватили. Надо, но мало того, что вырваться, надо просто-напросто еще уйти, сработать с ним. Иначе, начать. Ну вот смотрите, схватил человек за руку. Легкое движение, ничего не надо. Движение где-то раз, туда. Поэтому крепче. Это будет легко научиться. Много не надо, да? Все приспал, это бегет. Человек схватил за руку, что я делал? Я просто-напросто хоп, движение, да, зашел. Проработал. И какой бы захват ни был, чтобы вы не делали, можно. Я еще, значит, то есть, включать и вот эти варианты включать. Использовать его одежду. Он сейчас уже полный его вопрос. Можешь? Вроде бы. А, ты бегаешь. А он сейчас пошел спать. Да! И вошел. А я вам тебе расскажу, если в этой шапке еще будет 12 год, то есть мол, там, положим нож. Вы идете, вы можете по лицу шапку взять. Раз. По руке выставлены с ножом. Два наши пистолета летают. Потому что здесь иголки не стоят. Обычные наши швейные иголки. Просто кинуть ему. Лицо просто кинуть ему. Видите, на подворяне, да? Вот этой кокардой практически можно конвоировать, убивать все, что он будет. Вот. Этой шапкой можно душить. И очень-очень еще посильше. Можно много. Сделать. Задушить как-то прямо так. Дайте, пожалуйста, шапку. Есть гражданская. Вот эта штука, она очень опасна. Она очень опасна для того, кто ее носит.
очень неплохо. Вот как тут? Это галстук. Ну, это галстук хорошо еще на резинке. Понятно, да? Вот. Но этой штукой можно еще... То есть, я могу этой штукой душить, завязывать сетку. Я вот здесь специально не буду, может, порвать. Вот, завязывать управляющий компьютер, я могу душить, накидывать его. Значит, это один момент. Просто сбрасывать шарфом, я просто покажу как. То есть, вот особенно, вот хулиганил, ходит вот по воду, шарф, именно, гражданский вариант. Ты иногда вот дышать, ты взял, ты говоришь, ты бери, у него глаза сразу слетает, здесь сломается все, и он без сознания теряет. Может, помаху, может, сознание потерять. Резко дернуть по 45, виво, или еще делать его с осадом и продует. Он обжигающий, еще. На окнушку где сюда. Он еще ждет горло. Вы знаете, особенно шерстяные шарфы, горят и подобное. Как вы можете использовать эту шарфу? То есть вот он нам нужен. Значит, я еще один момент, ребята, если наносите шар, у вас это будет длинный. Вот этого перекрестия делать не надо, а сделайте просто здесь как бы сборочку. А эти кончики. Потому что если в этом моменте, то есть каждый шаг мы используем. Возьми душу. То есть я просто медленно покажу, я его выбиваю, я его, смотрите внимательно, накручиваю, забираю шагом, отбираю нож. Вот. Да, ну, у нас все время есть, я забил, все побьем. Значит, здесь можно бить по ножу шарфом, можно, опять же, шарфом просто-напросто работать. Вот в таком варианте носить длинный шарф. Ну, не этот, я не вижу, гражданский. Вот. И делать все, что угодно. Заворот, по-моему, пошли, примерно, не понимаю. А теперь это ап! И привозил к прокурору, говорит, смотри, Хагюка, напал от меня тоже, я его забрал, и привел. О, выступил, он завтра, кто-то говорил, раз, опа, раз, и родного. Здесь только, ты чего, пёсок? Опа, вот да, нашли родной, еще душить его можно. Забирать, так далее, к нему туда. Просыпаетесь, глаз не открываете, начинаете слушать в своем помещении, в своем живете, в квартире. То есть расслаблены, постарайтесь не шевелиться, не шевелиться. Ну, только человек проснулся. Глаза не открывайте, просто послушайте шумы. Какие шумы бывают? Холодильник прибежит, как предположим. Жена на кухне возится там, ребенок бегает. И когда вы эти слушаете шумы, вот, задвижал холодильник, у вас сразу берет подсознание. Кто-то из подсознания, кто-то холодильник шумит, там, кто кормит, как-то и так далее. Вы сначала будете слышать, ну, основные 3-4-5 шумов. Это основные. Этим надо заниматься, вернее, каждый день, ни дня не прерывая в течение 2-3 месяцев. Ни дня не прерывая. Прям заведите календарь. Вот. Затем вы начнете слушать более тонкие шумы. Ну, например, там розетка дребезжит, где-то контакт проходит. Вот. Еще что-то. Для чего это надо? Дело в том, что есть шумы нормальные. Нормального характера, то есть непосредственно привязанные к нашей жизни, а есть шумы ненормального характера. Ну, например, мы сейчас беседуем с вами, вдруг там люди. Моментально все прекратятся разговоры, моментально все головы пойдут туда, и потом это сначала шоковое состояние будет такого характера, а потом все равно туда посмотрим, что там будет случилось. Это будет плохо. Вот то же самое происходит дома. Например, сидите, разговариваете, и вдруг там автоматный очередь, например, как у нас в Львовске обычно бывает, выстрелы автоматные, моментально прекращаются. То есть этот шум, который не должен был быть в данный период времени, это шум опасности.
Так вот, если с помощью, если 2-3 месяца каждый божий день позаниматься, то есть анализируется очень хорошо это с утра, утром. Особенно очень хорошо анализ шумовых лет, когда открытый глухом. Утром рано просыпаешься, значит, птицы поют, к примеру. Облучки стучат по асфальту. Женщина или девушка идет на работу. Это вот и есть посадка на канал шу. Для чего это сделано? Для того, чтобы если вы спите, там ребенок бегает, там жена, там что-то там возится на кухне, а вы заснули, встали, посмотрите. Но не реагируйте на вот эти вот шумы, потому что вы, это ваши шумы, не привыкшие, так далее. Но если сегодня ночью или рано утром, под утро вернее, у вас начнут замки открывать замок, то моментально начинаете просыпаться. Вас сначала просто просыпаете, поднимает вас, вы уже готовы к действию. Или резкое взламывание в дверь. И вы моментально проснетесь, вас никогда не смогут застать врасплох. Вот. Ну вот это и есть посадка на канал шума. Эта посадка еще работает по поводу, когда вы ослеплены, или когда у вас, значит, засоренные, не дай бог, конечно, выжженные глаза, вы с помощью того, что вы на канале сидите шумовом, значит, вы сможете себя защитить.